Так, стоп, что это за хуйня? Hello, my name is Milano. I love YouTube and... Короче, приветики. Я очень плохо знаю русский, поэтому буду говорить лучше на русском. Ну, короче, меня зовут очень Милана. Милана? Бля, ебать они на тусик фудрама похожи. Ну, что-то есть такое, ну... Я просто помню шутку свою про то, что они трапы два, и типа... И вот он, трап в настоящий, и вот он еще похож, кстати. Простите меня, женщины, я не хотел оскорбить вас двух на канале. Но там просто одна нормально ко мне относится, а вторая меня хуесосит, типа. Так вот, я вообще не ебу, кто там. Но главное, лишний вот это пиздец. Кто это, блядь? Я знаю, что ему хоть дохуя подписчиц. Типа, что за, блядь, происходит? Милана меня зовут, я родом из земли, я прилетела сюда из земли. Короче, давайте распаковывать... Типа овощ ёбаный, поняли? ...вместе этот гаджет. Я не знаю, как мне лучше сделать, чтобы вы лучше видели, но мне похуй. Fuck it! Такой звук был, я думал, я опять на скример с порнухой попал. Вот, теперь мы открываем с вами главную штучку. И видим мой новенький айфончик. Тут идут наушники. Оригинальные. После идет зарядка. Оригинальная. Не подделка. Оригинал. И гонконгский. Вы знаете, в Гонконге такая вот система общения. Я такого не понимаю, потому что я живу в мире, на земле. В России. У меня две сим-карты, я разорилась. Я очень долго зарабатывала деньги с рекламы. Ой. Я же девочка, извините, пожалуйста, Миланочку. Миланочка еще глупая. Миланочке нужно еще помогать. Вот Миланочка на русском говорит вот так вот, да, как простая баба русская. А вот... It's a trap. Вот это на английском я так говорю. Very, 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 very nice. Телефон у меня вот в таком... Example. Он в черном матовом цвете. Точнее, это глянец, я пошутила. Охуенчик, не правда ли? Два дня я забывала, как это вот этот... Бля, чуваки, это такой пиздец. Нахуй я это смотрю, ебаный, бля, ебать. Одобрил департамент, то есть я говорю, одобрение хочу, хочу войти в тебя, солнышко. Нажимаю два раза. Потом делаю вот так. Чек. Упс. Офигенчик, вообще скажите. Это нанотехнологии. Face ID, enabled by the True Depth camera system, reinvents the way to secure... Чек. Упс. iPhone XS. iPhone XS. Это нанотехнологии. iPhone на полном серьезе, вся эта инфраструктура, она сенсорная, моторика развита, и мы с вами развиты. Это просто офигенчик. У меня руки хоть и большие, потому что я трансвеститка, и я 2 метра ростом. По итогу, вот это реально как планшет. Ну, офигенчик просто. Привет. Все, ребят, я вас люблю, я вас обнимаю, всего хорошего. И живите так, чтобы...